что, начинаем нашу тренировочку. Сейчас практически 16:56. В тишине. Без музона, чтобы я потом это ничего не вырезал, не диктовал. Так. Коленные суставы. В связи с тем, что я занимаюсь усиленно гравитационной гимнастикой, а до этого у меня вообще-то, оказывается, коленочки застужены, то есть как только настает зима, и каждая зима все хуже и хуже, то есть коленки стынут, аж ломит. Вот. Гравитационная гимнастика, она обнаруживает разного рода болячки и потихонечку их устраняет. То есть устранение идет через обострение. И вот как раз после того, как я занимался, так у меня хорошо обострились коленки. Обострились коленки, боли. А по мере того, как время идет, боль меньше. Ну и вот. Вот это упражнение как раз для коленных суставов. Оно залечивает. Поэтому будем начинать теперь уже не с того, чтобы хотелось там бюнерезы побольше, а с того, что надо. Что надо сделать? А надо как раз коленочки прокачать, связочки напитать кровью. То есть вот как раз вот эти вот окружающие мышцы. Одно дело энергетическое воздействие, а другое дело вот воздействие через движение. И поехали. По 25 раз очень хорошо кровоток вызывает. Поменяли фильтр, и я смотрю, как там все нормально, ничего нигде не пропускает. Сам меняю фильтр. А кто будет менять? Хорошее упражнение для коленных суставов, и мы им непременно воспользуемся. Весочек 20 кГц. Не спеша, по-стариковски, и пошел. Ну и еще один подходик, и будет очень хорошо. То есть идет лечение через движение. Очень хорошая вещь. Лечение через движение. Хорошо. Это здорово.
решил не ехать на рыбалку, а позаниматься. Тем более, что я уже давно не занимался. И с помощью занятия посмотрим, в какую сторону идет прогресс. Регресс, прогресс. Так. В какую сторону идет прогресс? Чи регресс? Упражнение на бивни резы. Ну что, первый подходик осилили. И в каждом пропеллере дышит. Как говорится, легко. А вот как простудил под лопаткой, там до сих пор побаливает. Марши, марши. Марши дают энергетику. То я сам слушал музыку. Это сам я воспроизвожу. То есть повышает энергетику. Ну-ка, сыпемся с этим весом. Как оно черно. Сдюжили этот вес. И в каждом пропеллере дышит. Дадим стимулейшн нашим бивнерезам. Заделали. Ну что, прибавим 2,5 килограмма на штангу, да? Ну что, еще один подходик. Не будем злоупотребляты. Злоупотребляты не будем. И переходим к следующему упражнению.
реально сильнее стал. Однако, стал реально сильнее. Это тут, если так мерить, получается 10 килограмм, да? 20, 30, 35 кг. Давненько я уже не подымал так. Надо такую еще купить. Хорошая штучка. Разминочные подходы. Плечи любят разминку. Что-то. Все равно покачусь. Кантельки по 8 килогерц. Это по 15 килограмм. Та-ди-да-да-ди-да-да-дам. Нормалек. Так, уже тепло в организме чувствуется. Тепло в организме. Yeah.
Вот на этих гантелях вроде бы подымать удобнее. С половиной это было 15. А вот это будет 20. Чем эти гантели не нравятся? Тем, что надо закручивать. Но с другой стороны, в отличие от этих, они не болтаются. Поэтому, когда лень, сразу вот это, тут уже 20 килограмм. Вздрогнем разов на 6. Вздрогнули. О, сразу тут заработал желудочно-кишечный тракт. Создалось нужное давление. Давление создалось. Приятно заниматься, когда вес растет, сила растет, так ты чувствуешь. От одной тренировочки к другой набираешь, особо ничего не болит, потому что до этого тренировки были. Начинаешь жать, тут что-то болит, там болит, ты сквозь все эти боли жмешь. Сейчас более-менее лучше. Ну, с двадцаточкой разделался. Как говорится, надо идти вперед. Двадцать два с половиной. Люблю, когда все красиво выглядит. И поднимать приятнее.
как говорится, не сдает своих позиций ветеран. Итак, 22 с половиной. Вздрогнем. Зашестерили. Приятно ощущать, когда ты раздвигаешь свои возможности, пределы твоих возможностей, хоть в том или в этом раздвигаются. Человек проходит, как хозяин необъятной родины своей. Вздрогнем. Ощущается непорядок такой страны неземной. Где-то вольно дышит человек. Вес 40 килограмм. И вот, пожалуй, его думаешь, что примерно килограмм 80 должен, ну, более-менее пожать. И более-менее легко. А поставишь, когда вес, получается, вроде 40, думаешь, тут на одну руку запросто жмешь, а что-то не то. Шестьдесят. Продолжаем разминаться. Второй разминочный на 60. И далее идут рабочие подходы.
Далее идут рабочие. 74. Ну вот первый подход рабочий. 74 килогерца. Дюжил, сердце призывно забилось. Сдюжил и 80. Один подходик сделаем. Я веду планомерную осаду 80 килограмм. Вот сразу на 80, вроде бы тяжело. Я начал 70, 71, 72, 73, вот уже 74. Раньше для меня был вот вес 60, я его мусолил. Ставлю больше, тяжело там. Теперь вот 80. Вроде 70, более-менее там 80 тяжело. Нужен прорыв. Ну, посмотрим. На 5 рожков. Того, что хотелось, нету. Доработаем. 74 вроде бы хорошо. А вот на 80 нету какой-то свежести, легкости. Хотя на 74 все хватает. А на 80 нет. Вздрогнем. И у нас остается живот. Вздрогнем. Разов на 7-8 осилю, интересно. Вздрогнем. 7-8. Хорошо. Сделаем заминочку, чтобы было все как положено. Заминочка на 65. Также возьмем 7-8. Как говорится, в охоточку. Чувствуются мышцы какие-то другие стали, то они какие-то закачанные, налитые, а то особо и не закачиваются так, как
как в далеком детстве. Будя и хватя, нас не захватя. Прибавил еще на пресс. Я прибавил на пресс 2 килограммочка. Восемнадцать. Человек проходит как хозяин необъятной родины своей. Полтора часа занимаюсь.